Как вы оцениваете сферу культуры в Воронежской области в 2020 году? За 2020 год я не вижу никакого культурного развития. Я просто думаю, что если культурные деятели в этих условиях выживут и смогут там после окончания пандемии что-то нам показать, это будет уже очень хорошо. Желаю им этого. Сейчас в этом году на минимальном уровне, скажем так, на нижайшем. Потому что, сами знаете, с апреля, мая, июнь сидели на изоляции. Никто ни что. А потом как-то народ, он более-менее уже, скажем так, ковида начал побаиваться. И места массовых скоплений людей, скажем, тот самый день города был отменен, по-моему, он не праздновался. Как обычно, на административской площади концерты были ко дню города, там звезды приезжали. В этом году этого не было, уж правильно. Дело в том, что очень трудно ее оценить в таком плане, что практически никуда не ходили. С марта месяца ничего не посещали, может быть, все неплохо. Шли ли спектакли в камерном, там, насколько было много нового, очень трудно сказать. Вот мы ни разу не посетили музей, да? Если в 19-м мы ходили в музей в краеведческий, в художественный, с внучкой, ну вот я водила ее, то в этом году мы ничего не посетили. То есть вы опасаетесь, да? Да, конечно, конечно. Ну, было какое-то время все и закрыто, а сейчас и опасаемся. Стараемся минимально находиться. На самом низком уровне. Ну, везде-то все равно полного заполнения зала нет. В любом случае, 25-я часть, по-моему, сейчас заполняется. Да. Ну, значит, так она и есть. Я как бы придерживаюсь того, что год можно перетерпеть, коль у нас выдался такой тяжелый. Что поделаешь, никто не виноват, что такая эпидемия. В принципе, наверстать можно будет и в следующем, и еще в следующем году. Ну, раз нужно потерпеть, значит, нужно.